Рекламно-информационная программа. Культ поход. Всех нас с наступающим еще раз Новым годом. Это программа «Культ поход». Николай Голиков. И Владимир Сметанин. Мы тут без гостей сейчас в студии. Вы только что в перерыве полакомились пончиками от вятского, да, Деда Мороза. Очень сладко, очень сладко. Сладкие, я делаю, да, вывод, что вятский Дед Мороз сам сладости, видимо, любит. Ну, праздник вообще связан. И любит, дарить детишкам, да, эти самые сладости. И, кроме того, у нас из первого часа остался неотвеченный вопрос. Вот я смотрю уже... Целых 20 ответить. Минут желающий ответить, ну, повисел, ну, на телефоне, ну, да? Давайте напомним вопрос. То есть, да, Руслан Мамедов загадал, одна из старейших, культовая постановка, сделанная в кукольном театре Афанасьевым, да? Да, режиссер, да. Вадим Анатольевич, сам непосредственно, вот. Афанасьев, сценография куклы Татьяна Коршунова, смотрю на сайте, композитор Андрей Карпиков. 6+, возрастное ограничение. Как же он называется? Больше 35 лет, да, идет на сцене. Вот название этого спектакля у нас есть. Дозвонившийся, слава богу, он нас дождался нашего второго часа. Добрый день. Добрый. Здравствуйте, как вас зовут? Денис. Денис. Ну что, Денис, с Новым годом, во-первых, вас. Да, спасибо вас. Всего вам самого наилучшего. И вот скажите сейчас заповедное слово, и еще и подарок будет к Новому году. А на самом деле у меня есть два варианта. Ну, это давайте начнем с первого. Нет, там помните, там женское имя. Какое-то имечко. Вот Василиса Прекрасная. Нет. Ну, это есть женское такое имя, но мы не про этот спектакль спрашиваем. И еще вариант есть, но он под сомнением, это Дуняша. Дуняша? А почему он у вас под сомнением? Да. Почему, ну, бы нет? Вот. Почему бы так не называться спектаклю, который в 2009 году стал победителем областного театрального конкурса «Удача года» в нескольких номинациях? «Удача режиссера», «Удача актера», а в 2011 году диплом участника международного фестиваля театров «Кукол Ковчег», который проходил у нас в городе. Что вызвало ваше сомнение? Как-то не совсем к Новому году. Да ладно, да ладно, все нормально. Дуняша, ну, прекрасно. Ну, правда, не Дунаша, а Дуняшка. 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 Вот. Ну, вот это, собственно, правильный ответ. Ура! Да. Ура, мы вас поздравляем. Ну, что бы вы хотели получить из того огромного списка подарков, которые у нас сегодня есть? Я хотел бы получить, наверное, интересную очень книгу про алкогольный... Ой... Вы знаете, вот под Новый год с таким без подарком вариантов, даже вот, видимо, немножко жалко расставаться. Отличная, великолепная, да, отличная книга, толстая, красиво изданная и очень полезная. На Григорий самом деле, очень Багриновский, энциклопедический словарь спиртных, да, напитков, свыше 3,5 тысяч вот, инноварий. Сразу вам говорю, это самый настоящий словарь, как, да, положено, с ударениями, с формами, с грамматическими. С историей создания. С историей, с цитатами. Угу. Прекрасное совершенно издание. Я вас поздравляю еще раз с Новым годом. В общем, забирайте. Очень отлично. Это отличный подарок, да, Новому году. Это, да, великолепный, великолепное, да, приобретение на камень Нового года. Не кладите трубку, пообщайтесь с нашим редактор. Чуть позже мы будем продолжать задавать вопросы, ну а теперь нужно все-таки напомнить и обозначить нашу вторую тему. Тема кино. Тема кино, точнее, я бы сказал так, тема артзала. Да. Тема не просто кино, а тема артзала. Это такой проект, если кто еще не слышал о нем, это проект совместный радиостанции «Эхо Москвы» и кинотеатра «Колизей». Артзал — это такой, это реально существующий прекрасный зал с авторской мебелью. На 41 место, угу, очень уютный, с прекрасным экраном, с прекрасным звуком. Или еще называют зал номер 5 в Колизее, да? И в этом зале сейчас вот планируется уже развивать его. Будут показывать не только, вот, скажем так, блокбастеры, популярные фильмы огромные, с огромными кассовые, бюджетами, массовые, да, кассовые, массовые картины и прочее. Ну а также такое немножко, скажем так, не массовое кино. Не то чтобы элитарное, какое-то фестивальное кино. Документальное иногда. Ну и почему, и вот и мультики тоже, возможно, ну, будем смотреть. Это, да, все укладывается, вот, в понятие арт. То, да, есть вот такой как бы зал для просмотра фильмов, которые, ну, на любителя, скажем так, да, угу, интересные фильмы, но которые массовому зрителю могут быть почему-то, ну, не пройти. Вот такой у нас проект. Он у нас стартовал в ноябре уходящего года. Да. У нас, спасибо уходящему, спасибо году, уходящему за то, году, что мы начали. Мы, да, два раза успели в этом году собраться, посмотрели два фильма. Там ведь мы не просто их смотрим, мы еще их обсуждаем. Конечно. Вот. Это один из самых важных моментов. Да. То есть смотрим кино, которое вызывает какие-то мысли, и хочется их высказать. Вот. И потом этот фильм после нашего, скажем так, предпросмотра идет уже в прокат. И как бы люди друг другу... Ну, знаете, сарафанное радио — самое могучее радио. Оно, угу, даже мощнее, чем «Эхо Москвы», да, простит меня главный редактор, угу, этой программы, да. Вот. И люди потом уже идут, смотрят этот фильм, уже знают, куда они идут, что это за фильм, потому что большой рекламы этих фильмов обычно нет. Вот. И мы посмотрели уже два фильма, хочу напомнить, что первый был «Субурбикон». «Субурбикон». Ну, давайте, да, вспомним, что это за картина. Это был фильм режиссера Джорджа Клуни, снятого по...
сценарию братьев Коэнов. Да-да-да, вы не ослышались, вот. Джордж Клуни тот самый. Да, да. Джордж Клуни тот самый, но в качестве режиссера. Он уже довольно-таки давно в качестве режиссера у нас фигурирует, снял несколько картин. Вот. Но здесь именно такое было интересное сочетание вот такого подхода режиссерского Клуни. Клуни человек очень политически активный. Он всегда очень такой публицистичный. И братья Коэны — это такие кинораздолбаи, скажем так, да? Кинохулиганы. Кинохулиганы. Вот это совмещение двух таких как бы несовместимых вещей было довольно-таки любопытно. То есть дискуссия об этом фильме шла потом и в зале, и после зала в нашей группе на Фейсбуке. Да, кстати, заостряем ваше внимание. Группа в Фейсбуке есть. Это открытая группа, да. Вы можете присоединяться к ней совершенно спокойно. Там, если вас кто-то пускать не будет, ну, я вас обязательно туда включу, вы не переживайте. Николай Голиков непосредственно занимается, собственно. И Владимир Сметанин тоже этим занимается, но пока просто он немножко был занят переездом, поэтому... Переездом. У тебя были каникулы. Переезжал я. Вот. И как бы мы сегодня хотим поговорить об этом нашем проекте, и не просто друг с другом. Но и с теми нашими гостями, коллегами, которые участвовали в этих предпоказах. В наших предпоказах, участвуют в обсуждении и в живом обсуждении, скажем, в зале и в сетях. И поговорить, скажем, о будущем этого проекта, в том числе о каких-то, может быть, там пожеланиях и так далее. Вот такая у нас сегодня мысль. Спасибо большое кинотеатру «Колизей», конечно, и лично директору по развитию «Колизея» Дмитрию Потемкину за то, что нам предоставляется право выбора, то есть что мы хотим посмотреть. Ну, мы отталкиваемся в первую очередь от трейлеров, которые там показывают. Ну да, перед началом показа мы смотрим трейлер, потом мы можем что-то выбирать. Вот, кстати, вот единственное, что скажу, что следующая наша встреча состоится 11 января, и на этот раз мы в выборе немножко не участвовали. Но это связано с новогодними праздниками, извините уж. Да, там более жесткие условия. Да, решение было принято волевое. 11 января в арт-зале состоится предпоказ фильма «Карп отмороженный». Поэтому, если кто-то сегодня будет выбирать приз, вы можете получить приглашение вот на этот закрытый предпоказ. Да. Это один из тех призов, которые мы сегодня предлагаем. Да, обязательно. Это очень уникальное событие. Кстати, о тех людях, которых мы приглашаем, да, люди известные в нашем городе, имеют отношение к творчеству, к кино, к журналистике, к чему еще? Так ко всему. К искусству. Это просто люди активные, во-первых. Художественному творчеству. Люди активные, они в разных вещах заняты, они многогранны довольно-таки, проявляют себя совершенно в разных вещах. Вот. Поэтому как бы их мнение нам, в том числе, в первую очередь, интересно для нашей как бы, дальнейшей что ли, работы. Да? И я думаю, вам тоже, потому что это такие довольно-таки авторитетные, скажем так, советчики, которые плохого не посоветуют. Безусловно, вот. Да. Ну и второй фильм тоже, наверное, хочется упомянуть. Да, второй фильм, который мы смотрели 12 декабря, который я долго очень запоминал, как Леха... Как Витька. А как Витька Чеснок вез Леха Штыря в Дом инвалидов. Я долго запоминал название. Да, картина молодого режиссера, это его дебют, да, Александр Хант. Ну, стандартная, как это принято говорить, роуд-муви, да, когда действие происходит в пути. Да. Там действительно Витька Чеснок, которого играет Евгений Ткачук, везет Леху Штыря, которого играет Алексей Серебряков. Серебряков в Дом инвалидов. Да. Они между собой родственники. Выясняется, что Витька сын Лехи. Да. Но Витька прожил жизнь-то в детском доме, так сказать, свою молодую. Потому что, поэтому папу-то он узнал довольно поздно. Да. Витька достаточно взрослый человек, с женой, с ребенком. И это все его гнетет, видимо, да. Есть у него там подружка, и, в общем, ему нужно... Ну, это довольно-таки такой неприятный тип, на самом деле, в начале фильма. Любит подраться. Точно, да, подраться, выпить. Посидеть и так далее. Погульбанить. Похамить, денег на халявку срубить. Да. И вот когда выясняется, что у него есть папа, Леха Штырь, вор в законе, у него есть жилплощадь. Вот насчет жилплощади, да, это момент-то главный, что папа-то ему особо не нужен, да, вот жилплощадь-то его явно заинтересовала, да, ее можно получить, но для этого старичка надо куда-то отправить. Ну как старичка? Ну, собственно, человек там довольно-таки возрастной, посидевший, скажем так. И каким-то чудным образом в дороге случается, что этот Леха Штырь в исполнении Алексея Серебрякова начинает говорить. Да. Он там изначально-то лежит... Немой, да, полностью. Да, немой. Да, ножки отнялись. Случается авария. Ну и так далее, и тому подобное. Да. В общем, советуем посмотреть. Забавный фильм, скажем так. С неоднозначной концовкой. Там очень такая большая дискуссия, широкая развернулась, да, как раз чтобы в группе в Фейсбуке. Да, что же это значит? Вот. Это такой поворот к светлому будущему, либо возвращение обратно. Да. Так, у нас... что, у нас на связи? На связи у нас. Сейчас выясним. А у нас Дарья Ткачева у нас на связи, руководитель молодежного творческого центра, организатор, напомним, кинофестивалей 10 вечеров в нашем городе на свежем воздухе. Мы путешествовали и в Мадрид, и в Берлин, и в Варшаву, и были еще другие кто помнит, фильмы. Это на площадке у музыкального училища у нашего, там рядом с ТЮЗом. Дарья, добрый день, вы в эфире. Добрый день. Здрасте, да, спасибо, что откликнулись. Вот мы сегодня говорим про арт-зал в кинотеатре «Колизей», про те два показа фильмов, в которых вы участвовали. Вот саму идею оцените, пожалуйста, Даш, появление.
такой площадки. Ой, ну, сама идея, конечно, замечательная. Угу. Я думаю, в нашем городе давно не хватало, наверное, даже вот именно в таком формате, то есть в рамках коммерческого проекта, коммерческого кинотеатра, показ фильмов, которые, может быть, не совсем такой арт-хаус, то есть совсем на избранного зрителя, но все-таки на тех, кому нужно что-то чуть больше, чем просто посидеть с попкорном, посмотреть какой-то экшен. То есть кому вот у кого-то запросы чуть-чуть выше среднего, скажем так. Вот. Поэтому вот, очень много было ситуаций, когда вот лично для меня, когда какие-то фильмы, которые шли в крупных городах, в больших кинотеатрах, а у нас их просто никто не показывал. Сейчас вот есть такая возможность, что, наверное, эти фильмы нас не обойдут стороной, и мы сможем их посмотреть в хороших условиях. Но мы вас уже приглашаем 11 числа на «Карпа отмороженного» уже. О, прекрасно. Да, 11 числа. Вот на этот раз, Даш, мы уже сказали, что в связи с праздниками решение было принято без нас. Но я думаю, этот фильм мы, трейлер, по крайней мере, видели и очень довольно-таки позитивно его оценили. А я вот как раз думала о том, чтобы вот этот демократический момент, который у нас появился, чтобы выбирать фильмы, это не всегда хорошая мысль. Поскольку, когда касается дела фильмов авторских, здесь иногда полезнее какое-то экспертное мнение. То есть, когда у публики еще не сформирована своя позиция, ей нужно подсказать. Так, назад был парень там. Так, это кто-то еще любитель кино какой-то у нас. Дети подсказывают, что маме говорить, видимо, да, да. В общем, в целом, даже положительно оцениваете, да, это начинание? Да, конечно, конечно. Чем больше таких проектов в городе, тем лучше. С одной стороны, с другой стороны, город у нас небольшой. Поэтому если хотя бы один такой появляется, такая точка, где можно посмотреть интересные фильмы, тем более их обсудить потом, это, конечно, замечательно. Даш, какие-то пожелания, может быть, по части репертуара на следующий год у вас есть? Что-нибудь пожестче. Да, или наоборот, может быть. Ну, хотелось бы, конечно, чуть, может быть, больше как раз такого вот экспертного подхода авторского вот, к выбору картин, программы. Да? Да, потому что вот из тех, которые были на наших предпоказах показаны трейлеры, да, среди них, конечно, были гораздо более интересные варианты с точки зрения художественного воплощения, режиссерского замысла, чем те, которые в итоге мы выбирали вот голосованием. Ну, это имеется в виду Витька Чеснок, да? Мы только успели одного выбрать. Да, да. Вот можно, конечно, вот если бы проявить какую-то некую такую волю, то выбрать для обсуждения гораздо более интересные и даже вот с точки зрения именно развития киноискусства вещи, чем то, что, по крайней мере, на данный момент, вот, ну, на последний момент мы посмотрели. Хорошо, спасибо большое. Спасибо большое. С наступающим. С Новым годом. Всего доброго, да, руководитель Молодежного творческого центра, организатор кинофестиваля «10 вечеров». Да, нам пора сходить на рекламу, и мы продолжим розыгрыш наших призов. Культпоход. Николай Гуликов, Владимир Сметанин, ведущий «Культпохода». И скоро мы вас пригласим присоединиться к нам, пообщаться. 211-101. Но перед этим нужно напомнить, какие у нас еще есть призы. А у нас еще их много. На самом деле их очень много. Список на две страницы. То есть я напомню, что у нас еще по-прежнему есть приглашение Деда Мороза на спектакль. Владимир, у тебя записано. Да, сказки Вятского Деда Мороза 4 января в 13:00 во Дворце культуры Родина. У нас есть приглашение театральный новогодний вечер в Драмтеатре 30 декабря в 17:00. У нас еще прекрасный новогодний мюзикл в театре на Спасской «Тайна волшебной страны» от 6 января в 11 часов, приглашение на двоих. У нас приглашение еще есть в нашей галерее. Выставочные залы, на выставку «Пирелли», выставочный зал художественного музея, на три персоны. На двоих на выставку Анатолия Белика, это мастер текстиля, прекрасный совершенно человек. В главное здание художественного музея на выставку «Большая картина» на двоих. На две персоны пригласительный билет в галерею «Прогресса» на выставку Татьяны Дедовой, Хлынов, Вятка, Киров. Дальше концерты. Концерты у нас есть. Гауди. Гауди 5 января. Поздравлять ресторан Гауди с двухлетием будет оркестр джаз «Вятка Биг Бенд» в программе «Традиционный джаз 40-х-60-х годов». 20 музыкантов и много прекрасных солистов. Все это 5 января в 20:00. И еще есть клуб 12 7 января. Эббика «Квартет». Музыка советская, американская 60-х годов. И к тому же пригласительный в арт-зал сегодня на предпоказ закрытый. Предпоказ, да.
И к тому же еще тоже билеты в Колизей, но попасть вы, сразу предупреждаем, сможете туда после новогодних праздников. Но и никто к тому же у нас есть, да, 4 прекрасные книги осталось, была еще одна 5-я очень прекрасная, но ее уже разыграли. Книги это Григорий Багриновский, энциклопедический словарь, она ушла уже наша, да? Осталась «Бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения» Фредерика Бакмана. «Посмотрите на меня. Тайная история Лизы Дьяконовой» Павла Басинского. «Салют 7» Виктора Петровича Савиных. И «12 прикосновений к горизонту» Михаила Самарский. Все книги от магазина «Читай город». Ну, давайте продолжать общаться с нашими слушателями. Я не буду оригинальным. Новый год на пороге, на носу. Давайте, 211-101, вспомните, пожалуйста, какую-то новогоднюю песню. Песню. Композицию. Или, может быть, стихотворение какое-то новогоднее. И мы все вместе его прочитаем. Мы ее вместе прочитаем. И вы тогда выберите, что вам больше всего хочется получить. 211-101. Из только что представлено нами списка. 211-101. Творческое задание, пожалуйста. Не стесняйтесь. Наши обычно слушатели активно откликаются. Тут никого не надо уговаривать. Алло, все добрый день. Понимают. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Светлана с нами. Ага, можно петь, да? Да, конечно. Давайте, поехали. Нужно? Хорошо. Угу. Хлоп-хлоп, хлопушки разрешены на елке, топ-топ. Игрушки закружили хороводом, тик-так, часики. Идут по стрелке носики, бегут страну поздравить с Новым годом. Отлично! Отлично! Спасибо! Ой, я много знаю песен новогодних. Хорошо. Этого достаточно. Этого для приза уже достаточно. Спасибо. Что хотите получить? Куда пойдете? А вот Колизей-то на арт-Колизей или просто можно взять 2 билета в Колизей? Просто можно взять 2 билета. Это после праздников. Но после праздников. Хорошо, понятно. Да. Все, хорошо, говорите, Николай трубочку, редактор вам объяснит, как эти билеты получить. Да, отлично. Вот. Николай, Я, видишь, зимой и летом одним цветом, и сегодня опять вопрос музыкальный. Ну, это, конечно, музыка, связанная с кино, сразу предупреждаю. Денис, пожалуйста, фрагмент включите. Вот под эту вот прекрасную, под эту прекрасную музыку группы Мьюз в этом фильме представители такого странного народца играют в бейсбол. Странный народец? Да, фильм этот вышел в 2008 году, название я говорить не буду, если скажу, все сразу все поймут. Он вышел в 2008 году, первый фильм, после этого пошел второй фильм, третий фильм, четвертый фильм, сейчас что-то еще снимается, какой-то фильм. Вот. Главных героев там тоже еще подскажу, так зовут Белла и Эдвард. Ага. А вопрос такой, вот этот странный народец, это кто? Упыри, вампиры или вурдалаки? Ни с теми, ни с другими не хотел бы встретиться, честно говоря. Ни с вампирами. Ну, это все-таки сказочные персонажи, хоть и такие не очень добрые. Вурдалаками. Да. Ну что, у нас, смотрите, как быстро отвечать. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Елена. Лена, с Новым годом вас. Спасибо, и вас. Ну, кто же в бейсбол-то играет? Вампиры. Вампиры. Совершенно правильно. Фильм как называется? «Сумерки». Правильно, конечно, фильм «Сумерки», да. «Сумерки». «Сумерки», да. Я не знаток просто этого фильма. Да, это целая сейчас уже сага, ну, «Сумерки», да. Там дальше пошло. Я почему название не стал говорить. Ну, вы знаете, если бы вы сказали, что это упыри, вы бы не сильно ошиблись, потому что упыри и вурдалаки — это те же вампиры, только в другой мифологии, вот и все. Да? А те же самые, да, существа, та же самая нежить, которая... А у нас в славянской мифологии... В славянской мифологии упыри. Упыри, да? Да, не упыри еще, но не упыри эти, мышки летучие. А, понятно. Вот. Спасибо большое, вы правильно ответили, что вы хотите получить. Книжку про бабушку. Фредерик Бакман, да. «Бабушка велела кланяться». Книга великолепная, совершенно. И передать, что просит прощения. Да, красиво оформленная. Она ваша. Не клони трубочку, вам редактор объяснит, как вы ее сможете получить. Да, мы продолжим сейчас разговаривать про арт-зал, про наш совместный проект с кинотеатром «Колизей». Будем еще одного из участников закрытых кинопоказов сейчас набирать. Хочется вспомнить историю. Было ли нечто подобное раньше? В городе. Ну, понимаешь, на базе киноклуба или что-то. Киноклуб такое. Был в городе с огромной историей. Киноклуб «Сталкер», он существовал много-много лет еще при советской власти. Там была немножко другая система работы, там все больше смотрели классику мирового кино. Там все очень было серьезно. А что есть классика мирового кино? Ну, извини, там Феллини, там, условно, Антониони, там, ну, я просто не буду сейчас называть фамилии. Там с громкими людей, фамилиями. Бунюэль, там, ну, вот те фильмы, которые точно в Советском Союзе в широком прокате не шли, или шли уже довольно давно, там были фильмы многие 30-х годов, 50-х годов мы смотрели. Вот. Там, что можно сказать, общего у нашего, вот как бы нашей затеи с тем киноклубом, это обсуждение после просмотра. Там тоже всегда было обсуждение. Чего нет у нас, и мы думаем, наверное, не стоит, там всегда перед фильмом выступал киновед.
То есть со вступительной некой речью. Со вступительной, очень серьезной речью. Да, с очень серьезной речью, где вот раскладывал по полочкам творчество режиссера, там, и вот этот фильм, что там, где там, куда надо обратить внимание. В современном, наверное, мире это несколько скучновато. Мне кажется, это немножко не в жанре вот как бы нашей задумки. Мы все-таки смотрим не элитное кино, и мы смотрим не классику кино, мы смотрим текущий процесс, да? И поэтому, мне кажется, вот такое непосредственное впечатление людей, которые пришли и увидели, да, оно гораздо ценнее и важнее. Вот. Ну, кажется, до Алексея мы дозвонились, да? Кто с нами на связи? Мы хотим слышать вас. Алло, добрый день. Алло. Алексей Сидоров с нами. Как слышно меня? Нормально. Прекрасно. Связь Алексей прекрасная. Сидоров, главный редактор издания «Репортер». Алексей, ну что, по душе вам ходить на закрытые предпоказы в Колизей, в арт-зал? Ну, мне, да. Мне вообще сама идея вот такой вот кинотусовки на базе кинотеатра «Колизей» очень нравится. То есть можно не только посмотреть фильмы, которые, ну, в таком... Не в широком прокате идут, да. Да, в нешироком прокате, ну, и при этом как бы обсудить с интересными людьми все, что ты про них думаешь. Хотя, честно сказать, я первый раз был, и поэтому как бы не рискнул сразу уж там, ну, топить критику. Думаю, вдруг меня сейчас сразу же и выгонят. Витьку Чеснока и Леху Штырева. Но я еще разойдусь. Хорошо, отлично. Алексей, вот смотрите, сразу говорю, 11 числа мы встречаемся. Вы приглашены. Отлично. Вот да. Вы уже никакого ответа, не вы приглашены. Будем смотреть опять русский фильм. Решение принимали опять мы. Решение русский. Такое, да, опять будем русский фильм смотреть. Будем смотреть «Карпа отмороженного». Это такое решение принял Колизей кинотеатр. Вот. А ваши вообще пожелания? Ну, надеюсь, он будет не настолько чернушный, как... Нет, это фильм чернушный. Нет, это фильм не чернушный. Его показывали трейлер. Там прекрасные актеры. Ну как не чернушный? Там, конечно, в центре-то внимание диагностированный диагноз. Ой, диагностированный диагноз. Человек готовится к уходу в другой мир, да. Но он просто решил уйти в другой мир, не дожидаясь смерти, собственно говоря. Но это скорее комедия, и она не чернушная все-таки. Она довольно веселая. Прекрасные артисты. Там, говорю, Алиса Фрейндлих и Марина Ниелова. Евгений Миронов. Это скорее добрый фильм, нежели вот то, что мы видели про Витьку Чеснока. А вообще, вот, Алексей, какие-то пожелания на следующий год к репертуару, может быть, свои есть? Да, мы ведь пластичны тут в этом отношении, да. Можем повернуться куда-то. Чего бы больше пожелания? Единственное, наверное, пожелание — это то, что, ну, чтобы был доступ, допустим, к выбору фильмов, ну, я не знаю, может быть, какое-то голосование все-таки проводить там в этом же группе в Фейсбуке или еще каким-то образом. Да без проблем. Без проблем, мы голосование проводили. Просто, говорю, в этот раз в связи с Новым годом у нас без голосования было решено показать этот фильм, а в дальнейшем-то будем этот инструмент использовать. Вот. Ну, как бы, если он будет, я думаю, что будет все хорошо. Хорошо. Ходить будете? Да, обязательно. И выступать? Нет, я говорю, мне очень нравится. Я очень ждал, когда такой формат вообще у нас в Кирове появится. И вот, наконец. Спасибо, Алексей. Спасибо, с наступающим Алексей. Новым годом. С наступающим. Ждем вас 11-го в Колизее. Всех благ. Алексей Сидоров, да, главный редактор издания «Репортер», участник закрытых показов в кинотеатре «Колизей» в арт-зале. Подошло время очередной рекламы, после чего мы будем вам еще задавать вопросы и творческие задания в том числе. Культ поход. Вот такая сегодня у нас передача. Мы задаем вопросы вам, вы отвечаете, получаете те призы, которые больше всего вам нравятся. И попутно мы рассказываем про арт-зал в кинотеатре «Колизей». Необычные фильмы, не блокбастеры, авторское кино. Возможно, совместный проект радиостанции «Эхо Москвы» и кинотеатра «Колизей». Зал, реальный зал, я еще раз говорю, что это не просто проект какой-то такой воздушный, да, это реальный зал на 41 место, очень уютный, вот на самом деле два раза я там побывал, просто получаешь удовольствие, да, удобные, очень прекрасные стульчики, все, не тесно, отличный экран, отличный звук и прекрасные фильмы. Чуть позже мы еще свяжемся с участниками этих закрытых предпоказов, ну а продолжаем, собственно, развлекаться в честь Нового года. 211-101, новогодняя композиция в вашем исполнении, новогодний стишок, представьте, что... Перед вами Дед Мороз, вы на табурет. На табуреточку. Взбираетесь. Да, ручки вот сюда вот. Да. И поете песенку, либо читаете стишок. Ну, либо просто поздравляете нас с Новым годом. Пожалуйста, мы ждем ваших звонков. 211-101. Ну и попутно можете поздравить семью свою с Новым годом, друзей своих с Новым годом и так далее. Алло, добрый день. Здравствуйте. Здрасте, как вас зовут? Меня зовут Светлана. Я петь не умею. Можно я стишок? Конечно. Конечно. Давайте. Все мы верим в Новый год, все мы его любим. Пусть он лучшее несет и удачным будет. Пусть на елке огоньки светятся, сияют, а в шампанском пузырьки весело играют. Пусть исполнятся мечты, сбудутся надежды. Пусть счастливыми будете вы. Ну и я, конечно. Спасибо. Отлично, спасибо. Кто автор? Автор неизвестен?
Алло. Алло, да. Автор неизвестен этого стихотворения? Автор стихотворения. Хочется. Я что-то вспомнила, вот вы сейчас, не знаю, в голову пришло. А, ну, нет, ладно. Мы подумали, что, может быть, это ваше сочинение, может быть. Нет, нет, я... Тогда бы было два приза, так только один. Да. Ну что, давайте. Вы что хотите, а можно на арт-показ? Конечно. На арт-показ 11 числа. Угу. 7 часов вечера. Хорошо. Карп отмороженный. Да, Николай... Вы будете одна, либо с кавалером? Да. Да. Да, это что? Да, одна или с кавалером? С кавалером. В общем, так, два места. В общем, места, Светлана все. Плюс один. Угу. Светлана плюс один. Не кладите, пожалуйста, трубку свои. Вам все объясняю. Координаты сообщите, да. Мы передадим потом эти данные в Колизей. Николай вот. Голиков. А я еще немножко, еще. Да, музыки. И опять вампирская тема. Денис, пожалуйста. Эта песенка группы «Баухаус» прозвучала в 1983 году в фильме «Голод». Ага. В главной роли там снималась Катрин Денёв, Дэвид Боуи, Сьюзан Сарандон. Фильм про вампиров. А песня посвящена лучшему исполнителю роли Дракулы всех времен и народов с венгерским прошлым и с именем Белла. Белла у нас была в прежнем фильме. Белла. Сейчас Белла, да. И вот вопрос такой. Как же звали этого исполнителя? Кому же посвящена эта песня? Его звали Белла Барток? Его звали Белла Лугаш или Белла Кун? Белла Барток, Белла Лугаш, Белла Кун. Вот, я быстро слушаю, отвечаю Белла, сегодня. Белла, а все, Белла, видимо, прямо Белла. Вот готовы уже. Как будто подсмотрели, что я спрашивать буду. Добрый день. Добрый день. Добрый. Как вас зовут? Олег, видимо, с нами. Меня зовут Олег. Да, Олег, с наступающим вас, Олег. Ну что, как звали лучшего исполнителя? Как? Предположу, что Белла Барток. Белла Барток – это венгерский композитор, очень знаменитый, но он никогда не исполнял роли вампиров. Да, да. А у вас осталось два варианта – либо Белла Лугаши, либо Белла Кун. Ну, пан или пропал. Белла Лугаши. Белла Лугаши, конечно. Да? Так песня называется «Белла Лугаши умер». Хотя, на самом деле, как бы Белла считается, он же был похоронен в костюме Дракулы. Да, ладно. Да, и как бы считается, что на самом деле он не умер. А вступил в эту темную вечную жизнь. Угу. Вот. Есть такая легенда. И где-то иногда из склепа выходит, да, по ночам. Бродит, да. Фильм, кстати, великолепный. «Голод» сам по себе фильм великолепный. С удовольствием всегда его смотрю. Страшный, хорошо, и актеры прекрасные. Олег, что выбираете? Если можно, в «Гауди». В «Гауди»? Нельзя? Можно, конечно. «Гауди» 5 января. 5 января. В 20:00 с двухлетием будет ресторан поздравлять джаз-звядка Big Band. Джаз 40-х-60-х годов. Много музыкантов, много хорошего настроения. Отлично. Спасибо большое. Я хотел поздравить всю редакцию с наступающим праздником. Спасибо. Спасибо. И вас также. Да, спасибо большое. Не кладите трубку в очередной раз, да. Пообщайтесь с нашим редактором. Будем дальше говорить про, собственно, арт-зал в кинотеатре «Колизей». Остается у нас не так много времени. Стоит напомнить, что мы с января месяца планируем встречаться два раза. Два раза в месяц, через две недели. Мы изначально планировали встречаться два раза в месяц, просто, ну, как начало такое, всегда лихабеда начало, говорят, да? Ну, вот. Меня, кстати, удивляет то, что в последнее время, на мой взгляд, запрос вот на такое необычное кино, которое заставляет задуматься, рождает какие-то мысли, да, запрос, на мой взгляд, он растет. И с другой стороны, есть, собственно, масса предложений. У нас такого, на мой взгляд, кино вот такого необычного снимается довольно много. Как, Николай? Его снимается считаете? Довольно много, да. Если смотреть программы вот тех фестивалей, которые проходят, в том числе и в России, и за рубежом, смотреть названия фильмов, читать критику, то фильмов очень много интересных. Но дело в том, что у нас как бы число-то этих людей, я не уверен, что оно растет. Оно, скорее всего, всегда было. Но дело в том, определенный процент, который это, постоянно люди, существует. Они всегда были, они всегда существуют. Просто сейчас вот с развитием технологий эти люди как бы ушли в интернет и смотрят свои любимые фильмы в интернете. Это, конечно, нормально, раз другого выхода нет. Но согласитесь, что посмотреть фильм в прекрасном звуке, на прекрасном большом экране, плюс в компании людей, которые любят кино и пришли посмотреть именно этот фильм, это гораздо интереснее, совсем другое ощущение. Вот. А людей этих много, на самом деле. Я как человек, так сказать, давно этим интересующийся, в свое время там, закупивший там, 600 DVD с фильмами, они у меня до сих пор все еще хранятся, невзирая на то, что много места занимают. Да? Вот. То есть я знаю людей, с которыми мы общались. Но это вот, понимаешь, вот этого места, которое бы объединило этих людей, не было, к сожалению. Сейчас оно появилось. Это здорово. И к тому же в техническом смысле сейчас, по-моему, кино стало снимать проще.
Вот это я сказать не могу. Нет, нет, я имею в виду в том, что любительский уровень. То есть там сейчас хиты у нас, не знаю, я имею в виду какие-то ролики, видеоролики, которые гремят на всю страну, на весь мир, они снимаются зачастую ну, на любительскую камеру там, и так нет, далее. Ну, все-таки это немножко не то, о чем мы говорим. Как бы. Да, доступ к кинопроизводству стал шире. Да-да-да, я имею в виду. Не убирает необходимости как бы вот именно профессионализма, чтобы не снимает этот вопрос. Вот. Ну что, связи, Алексей, да. Ульянов, поприветствую. Алексей Ульянов, поприветствую. Это пиар-специалист Вятского художественного музея. Алексей, добрый день. А, добрый день. С наступающим, Алексей. Как у вас там дела в Вятском художественном музее? С наступающим. И, пользуясь случаем, я хочу поздравить всех радиослушателей и всю редакцию самой любимой моей радиостанции с праздником. Спасибо. Спасибо, Алексей. Наш самый любимый музей. Наш самый любимый художественный музей, да. Конечно. Алексей, ну вот говорим об арт-зале. Как тебе начинание? Такое. Ну, без всякого сомнения, наверное, в уходящем году это будет одно из самых значимых событий в вятской культуре. Не побоюсь за пафос такой сказать. Это действительно явление. У нас у всех появилась возможность смотреть артхаусные фильмы, которые мы раньше где-то скачивали, где-то что-то как-то. Появилась возможность смотреть именно на большом экране, подчеркиваю, большом экране с прекрасным звуком. И изображением. И изображением. Ну, большой экран, прекрасный. Что больше понравилось, звук. Алексей, «Субурбикон» или «Витька Чеснок»? Ну, скорее всего, фильм «Дружакуни», конечно. «Субурбикон». Но, тем не менее, отечественный фильм, как «Витька и Чеснок» вез Леху Штыря в «Дом инвалидов», он произвел впечатление. Я не могу сказать, что он мне понравился, но просмотр был для меня важен, поскольку у меня появилось какое-то впечатление об этом фильме, о каких-то новых движениях в отечественном кинематографе. А что вообще мне понравилось в этой идее арт-зала в Колизее, то, что, хотя прошло всего два сеанса, клубных сеанса, и выводы какие-то делать еще преждевременно, но уже за эти два сеанса сформировалось такое клубное комьюнити любителей артхаусного кино. И, что важно, люди просто не просто приходят посмотреть фильм, а еще потом обсуждают как офлайн, так и онлайн. Да, и в том числе в нашей группе, да. Да-да-да, Алексей, ну вот Алексей 11 числа и обсудим то, что увидим. Надо Алексею сообщить, он, возможно, не знает еще, что мы встречаемся 11 января. 11 января, Леш, встречаемся на карпе отмороженном в арт-зале. И опять будем смотреть отечественную чернуху. Ну, это решение принял кинотеатр, к сожалению, мы тут по случаю праздника. Почему не, к сожалению? Ну, я просто говорю, что как бы нет. Были разные мнения, чтобы посмотреть. Ну, посмотрим прекрасно. Мы сейчас будем встречаться два раза в месяц, поэтому, я думаю, мы много успеем фильмов посмотреть. Спасибо большое. С наступающим. Алексей Ульянов, пиар-специалист Вятского художественного... Да, спасибо. Пиар-специалист Вятского художественного музея. Ну что, продолжим. 211-101, ждем вашего звонка. Что-нибудь там прочитайте. Песня новогодняя, зимняя. Просто стихотворение. Вспоминайте что-то из детства. Пусть ребята нам звонят. Не только в открывашку можно звонить, можно и сюда, к нам, в культпоход. Прямо сейчас у нас остается буквально 2-3 минуты. А призов еще много. Много. Пока дозваниваетесь, мы напомним. Драматический театр у нас есть, да? Театральный новогодний вечер завтра в 17:00. Есть «Сказки Вятского Деда Мороза». Да. 4 января в ДК «Родина» в 13:00. Есть «Театр на Спасской». «Волшебной страны» в «Театре на Спасской», да. Книжки у нас еще есть две. Три. Три книжки у нас еще осталось. Это «12 прикосновений к горизонту», «Салют 7» и «Посмотрите на меня». Да, еще куча пригласительных билетов. Это выставка Пирелли, да. Анатолий Белик, большая картина в художественном музее, пригласительные в галерею «Прогресса» на выставку. Клуб 12 на концерт прекрасного женского квартета «Абика». Да, и, кстати, вот, еще билеты в Колизей еще можем разыграть. Ну да. Те сеансы, которые будут после праздников, да, еще раз уточняем. Алло, слушаем вас. Добрый день. Добрый, это Наталья. Меня зовут Наталья. Да, мы узнали вас. Хочется поздравить вас с наступающим Новым годом. Спасибо. Пожелать всего самого хорошего, настроения, здоровья, счастья, любви. Прекрасное поздравление. Новогоднюю песенку. Давайте. Ёлочка, ёлка, лесной аромат, очень ей нужен красивый наряд. Пусть эта ёлочка в праздничный час
каждой иголочкой радует вас. Радует вас. Спасибо, отлично. Спасибо. Отлично. Да. Вы что, вы выбираете, определяйтесь. Давай я уж Колизей тогда, раз вы сказали, что Колизей можно после праздников. После праздников, в Колизей, да. После праздников, да, да. После праздников, хорошо. Не кладите, пожалуйста, трубку с нашим редактором. Большое. Пообщайтесь. И, Николай, еще? Что, еще успею разве? Все, опять про вампиров. У меня с музыкой, нет, не про вампиров, но музыка. А, ну хорошо. Ну ладно, давайте готовы, включим. Да? Наш, давайте. Наш звукорежиссер Денис Князь. Следующий фрагментик. Что это за евроденс такой? Это евроденс, это просто уже как бы другое исполнение, ага, песни. Кавер, в смысле? Да, это кавер, да. Этих каверов очень много было на эту песенку. Песня называется «Let the Sunshine». Она прозвучала в фильме Милоша Формана, снятого в 1979 году, в музыкальном фильме, который основан на бродвейском мюзикле, о жизни хиппи. Ну, поэтому вопрос очень простой. Бы нет? Название этого фильма, классика нашего, так сказать, кино, кстати, о классиках, да? Ага. Милош Форман, один из классиков кино. Вот. Название этого фильма очень короткое, в одно слово. И оно как раз обозначает то, чем хиппи в первую очередь отличались от всех остальных людей. Как назывался этот фильм Милоша Формана 79-го года? Без вот вариантов. Без вариантов. Без вариантов. Да. Чем хиппи отличается в первую очередь? В первую очередь, да. Вот как вы сказали про человека, что он хиппи. Вот это вот. Вот так именно этот фильм. Ты что, хиппи смотришь, да, на человека, да, и задаешь, да, ему и сразу следующий, да, вопрос. Да, да, да. Ну, давайте поразмышляем. Звоните 211-101. Буквально минута у нас остается. Да. А призов-то еще много. Много. Призов много. Все, и назвать всего одно слово. Все, да. Все не разыграем. О, вот уже звонок у нас есть. Слушай, кто-то вспомнил, кто такие хиппи. Добрый день. Алло. Нет, сбился? Сбился. Нет, попал, еще тогда ждем. Ждем, пока время есть. Или уже не ждем. Вот. Нам даст еще звукорежиссер, нам минутку еще. Ну, не знаю. Звоните, не даст, срочно, 211-101. А ну, в конце концов, если кто-то дозвонится, может, после эфира, тогда уж мы там лично побеседуем. А то придется самим. Да, я не хочу ответить и получить один прекрасный приз. А, вот наконец-таки прозвонились, да? Mm-hmm. Добрый день. Добрый. Как вас зовут? Андрей. Андрей. Ну? Ну что, как назывался этот фильм 79-го года? «Волосы». Совершенно верно. «Волосы». Так и назывался «Волосы». Очень Хайер. Просто, понятно. Вот. Андрей, правильный совершенно ответ. Что хотите получить? Давайте «Театр на Спас». Давайте. Прекрасный. «Тайна выбор. Волшебной страны». Замечательная 6 премьера недавно была. 11:00, да. На двоих. На двоих. 6+. Музыкальная, детская, семейная, вернее. Мюзикл. Постановка, да. Да. С наступающим всех еще раз. На этом завершается сегодняшний «Культпоход». Встретимся в рамках этой программы уже в следующем году. Отличных праздников. Замечательного настроения. Я не прощаюсь, кстати. «Союз нерушимый» еще через 20 минут будет передача. А я уже появлюсь, да, только в следующем году, видимо. Ну, пока. «Культпоход».